Глава 9. А Иудиф пала на лицо, посыпала голову свою пеплом и сбросила себя в ретище, в которое была одета. И только что воскурили в Иерусалиме, в доме Господнем, вечерний фимиам, Иудиф громким голосом возвала к Господу и сказала: «Господи Боже отца моего Симеона, которому Ты дал в руку меч на отмщение иноплеменным, которые открыли ложесна девы для оскорбления, обнажили бедро для позора и осквернили ложесна для посрамления. Ты сказал: да не будет сего, а они сделали. И зато Ты предал князей их на убиение, постель их, которая видела обольщение их, обогрил кровью и поразил рабов подле владетелей и владетелей на тронах их, и отдал жен их в расхищение, дочерей их в плен и всю добычу в раздел сынам, возлюбленным тобою, которые возревновали твоею ревностью, возгнушались осквернением крови их и призвали тебя на помощь. Боже, Боже мой, услышь меня, вдову. Ты сотворил прежде сего бывшее и сие, и последующее за сим, и содержал в уме настоящее и грядущее, и что помыслил ты, то и совершилось, что определил, то и явилось, и сказала: вот я, ибо все пути твои готовы, и суд твой тобою предвиден. Вот ассириане умножились в силе своей, гордятся конем и всадником, тщеславятся мышцею пеших, надеются и на щит, и на копье, и на лук, и на пращу. Они знают того, что Ты, Господь, сокрушающий брани. Господь имя Тебе. Сокруши же их крепость силою Твоею и уничтожь их силу гневом Твоим, ибо они замыслили осквернить святилище Твое, поругаться над мирным селением имени славы Твоей и железом сокрушить рог Твоего жертвенника. Воззри на превозношение их, пошли гнев Твой на главы их, дай вдовьей руке моей крепость на то, что задумала я. Устами хитрости моей порази раба перед вождем и вождя перед рабом его, и сокруши гордыню их рукою женскою. Ибо не во множестве сила твоя, и не в могучих могущество твое, но ты — Бог смиренных, ты — помощник умоленных, заступник немощных, покровитель упавших духом, спаситель безнадежных. Так, так, Боже отца моего и Боже наследия Израилева, владыка неба и земли, творец, вот, царь всякого создания твоего, услышь молитву мою, сделай слово мое и хитрость мою раною и язвою для тех, которые задумали жестокое против завета твоего, святого дома твоего, высоты Сиона и дома наследия сынов твоих. Вразуми весь народ твой и всякое племя, чтобы видели они, что ты — Бог, Бог всякой крепости и силы, и нет другого защитника рода Израилева, кроме тебя».